buona sera. В 1913 году границу Италии пересек русский философ и публицист Борис Валентинович Яковенко. За революционную деятельность в России он был арестован, а после освобождения навсегда покинул пределы Родины. Сеньор. Через 4 года в Петрограде произойдет революция. Борис Валентинович так и не станет очевидцем события, которого ждал всю жизнь. Он лишь читал газеты и собирал сведения о том, что происходит в России. Пройдут годы, и на основе этих материалов он напишет книгу «История Великой Русской Революции». Она станет одним из первых описаний трагических событий, которые перевернули не только Российскую империю, но и весь мир. Начало 20 века. Российская империя. Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Так говорил премьер-министр Петр Столыпин, начавший в 1906 году масштабные экономические реформы. В сентябре 1911 года Столыпин был убит. Но преобразования в России продолжались. Даже Ленин признавал, что при успехе столыпинских реформ революция была бы невозможна. Российская империя переживала невероятный подъем. Основной отраслью российской экономики было сельское хозяйство. Оно приносило до 55,7% государственного дохода. Почти все сельскохозяйственные работы производились вручную или при помощи живой тяги. Но именно Россия оставалась главным мировым экспортером зерновых. Их вывоз составлял 40% всего мирового экспорта. По промышленному производству Россия занимала 5-е место в мире. Так, по выработке электричества страна уступала США в 60 раз. Но шаг за шагом сокращала и этот разрыв. Темпы роста русской экономики были одни из самых высоких в мире и составляли 8% в год. В 1913 году из империи вывозилось товаров общей стоимостью на 1 миллиард 52 миллиона рублей. При этом ввоз составлял 1 миллиард 37 миллионов, то есть происходило постоянное увеличение золотого запаса страны. Одна только продажа сливочного масла приносила России больше дохода, чем добыча золота. А золото Россия добывала больше всех в мире. Золотой запас более чем на 100% покрывал бумажные деньги. В это же время, например, в Германии, золото обеспечивало лишь около 50% денег. Менялся и уровень жизни в стране. Средняя зарплата рабочего была около 20 рублей. При этом хлеб стоил от 3 до 5 копеек. Килограмм картофеля – 1,5 копейки. Килограмм говядины – 30 копеек. 8-часовой рабочий день в эти годы был редкостью даже на Западе. В России он составлял в среднем 11,5 часов. Этот лимит защищался законодательством, что, впрочем, не мешало промышленникам устанавливать рабочий день и большей продолжительности. Но некоторые предприниматели уменьшали его до 9, а порой и до 8 часов. Они обеспечивали своих рабочих жильем, медицинским обслуживанием и отпуском. Число подобных предприятий было невелико, но год от года положение рабочих улучшалось. Социальное страхование рабочих в России было введено к 1912 году, раньше, чем на Западе. И хотя положение простых трудящихся было далеко от идеала, президент США Уильям Тафт говорил:
Ваш император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может. В стране открывались новые больницы и школы. К 1920 году планировалось полностью покончить с безграмотностью. Активно развивались кинематограф, изобразительное искусство, театр. Россия входила в моду. На балетные спектакли Дягилева в Париже билетов было не достать. Имена Серова, Бакста, Билибина, Верещагина и других художников знали во всем мире. Европа читала Толстого, Достоевского и ставила пьесы Чехова. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже русская экспозиция получила 1589 наград, из них 212 высших. А французская газета «Либерте» так писала о впечатлении, произведенном русскими павильонами. «Мы находимся еще под влиянием чувства удивления и восхищения, испытанного нами при посещении русского отдела». Социальная жизнь в России протекала бурно, как и во всем мире. Сотни лет Европой правили сословия монархов, аристократов и дворянства. Им принадлежали земли и богатства. Они создавали законы, они стояли у власти. Но время шло. Развивающийся капитализм привел к появлению новой финансовой и промышленной элиты. К началу 20 века частные компании и банки контролировали капиталы, сопоставимые с бюджетами своих стран. Промышленники, торговцы, банкиры требовали от правительств новых прав, новых условий и новых законов для развития бизнеса. Они не останавливались перед взятками и подкупом чиновников. Они проталкивали во властные структуры своих людей, добиваясь принятия нужных им законопроектов. Они стремились сами устанавливать законы, то есть взять власть в свои руки. Инструментом этой борьбы старых и новых денег был народ. Именно с его помощью обе стороны пытались отстоять свое право на власть. Правительство взывали к патриотическим чувствам подданных. А оппозиция обещала гражданам все виды свобод, какие только можно придумать. Свободу предпринимательства, свободу слова, вероисповедания, морали. Эти новые идеи, названные либеральными, звали народ по сути к одному – к свержению старого строя. А что за дураков держит? Мы тут работаем, работаем. Россия была наводнена нелегальной революционной литературой. Распространялась она группами революционеров, но печаталась на деньги крупных капиталистов и промышленников. Эти брошюры продавались среди рабочих, причем по довольно высокой цене, что приносило революционерам и их спонсорам немалый доход. Так социал-демократы, в том числе большевики-ленинцы, выручали огромные прибыли от подпольной продажи политической литературы, которая печаталась за рубежом. Эта подрывная деятельность и ряд провокаций привели к тому, что в 1905 году, в самый разгар войны против Японии, в России вспыхнула революция. Баррикады, уличные бои и террористические акты унесли жизни более чем 9 тысяч человек. Эти трагические события заставили царскую власть пойти на первые уступки оппозиции. В 1905 году российский император разрешил деятельность различных политических партий. Николай II понимал, что время не стоит на месте. Стране действительно требовались реформы. Созданные партии представляли в основном интересы крупного капитала, землевладельцев и либералов. И задача у них оставалась все та же – захват власти. Ставка по-прежнему делалась на поддержку рабочими и крестьянами. Агитация, распространение подрывной литературы, создание нелегальных политических кружков не прекращались. Но потрясение ждало страну не от революции, и надвигалась катастрофа не на одну Россию. 1 августа 1914 года начнется одна из самых страшных войн за всю историю человечества. Война, названная позже Первой мировой, охватит Европу, а затем практически все континенты. Мир изменится навсегда. Прошло 43 года с тех пор, как немецкие государства объединились в единую империю — Германский Рейх.
Германия теснила Францию и Англию на рынках и отвоевывала все новые колонии в Азии и Африке. Ее ближайший союзник, Австро-Венгерская империя, боролась за контроль над Балканами, угрожая православной Сербии, союзнице России. Ситуация в мире становилась все более напряженной. Государства вооружались. Франция, Россия и Великобритания создали военный союз, названный «Антантой». Германия, Австро-Венгрия и Италия – так называемый «Тройственный союз». В июне 1914 года в Боснии был убит наследник австрийского престола Франц Фердинанд. Австрия обвинила в убийстве спецслужбы Сербии и объявила Сербии войну. Россия же заявила, что не допустит оккупации Сербии. Русский император Николай II отправил германскому императору Вильгельму II телеграмму с предложением обсудить этот конфликт на Гаагской конференции и избежать войны. Вильгельм не ответил. В Европе начались мобилизации. 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, 3 августа – Франции. Еще через три дня войну России объявила Австро-Венгрия. Россия, не желая этого, была втянута в войну за раздел влияния в мире. Но отступить она уже не могла. Германская агрессия вызвала в России невиданный всплеск патриотизма. Саму войну сразу назвали Второй Отечественной, по аналогии с войной против Наполеона. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга собралась многотысячная демонстрация, и ликующая толпа приветствовала царя. Народ сплотился вокруг императора, как в прежние годы, когда враг подступал к границам русского государства. Николай II, император всероссийский из дома Романовых, приходился родственникам монархам Британии и Германии. В годы его правления были проведены радикальные реформы государственного устройства, а также сельского хозяйства и промышленности. Население страны увеличилось более чем на 50 миллионов человек. Государственный строй в России по-прежнему был самодержавным, но с элементами конституционной монархии. Император инициировал созыв первой в истории Гаагской мирной конференции. Впервые поднял вопрос о всеобщем разоружении стран с инициативами со стороны России. Вопреки расхожему мнению, не входил в число богатейших людей империи. До конца своей жизни оставался искренне верующим православным христианином. Война стала общенародным делом. Повсюду проходили патриотические манифестации, собирались деньги. В армию хлынул поток добровольцев. Прекратились стачки и забастовки. В Государственной Думе сторонники царя и оппозиционные силы наконец-то встали на одну сторону – на сторону России. Об этом говорили на улицах, об этом писали газеты, которые читал в далекой Италии Борис Яковенко. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Наиболее красноречивым было заседание Государственной Думы 26 июля. Представители остзейских немцев, поляков, латышей, литовцев, татар и евреев единодушно обнаружили переполнившее их чувство национального единения.
Но военная кампания 1914 года началась для русских войск с трагедии. Первая и вторая армии вступили на территорию Германии. Наступление поначалу развивалось успешно. Но вскоре вторая армия была разбита, десятки тысяч солдат оказались в плену. В то же время русские войска продолжали активное наступление против Австро-Венгрии. Был взят Львов, пала неприступная крепость Перемышль. Однако в мае 1915 года враг прорвал фронт под городом Горлице. Из-за угрозы окружения российские войска были вынуждены оставить Польшу. Началось так называемое «Великое отступление русской армии». Вслед за Польшей были потеряны значительные территории в Белоруссии и Прибалтике. До Первой мировой ни один из военных конфликтов не приобретал такого затяжного характера. Лидеры всех стран были уверены, что война продлится лишь несколько месяцев, и к катастрофе такого масштаба оказались не готовы все. Новые виды вооружения, колоссальные артиллерийские орудия, пулеметы, бронепоезда, дирижабли, аэропланы словно сводили на нет роль человека в этой войне. Атаки пехоты и кавалерии захлебывались под огнем пушек и пулеметов. Казалось, что этому ужасу вообще никогда не наступит конец. Длительные сражения привели в русской армии к огромному перерасходу боеприпасов. Войска задыхались от снарядного и винтовочного голода. Промышленность попросту не справлялась с военными заказами. Боеприпасы, оружие, военное снаряжение рассчитывали получать из-за границы. Но оплаченные патроны и снаряды были конфискованы союзниками. Нужда в боеприпасах у них была не меньше. Чтобы преодолеть кризис, правительство предприняло титанические усилия. Было закуплено новое оборудование, строились заводы. Прошел почти год, пока выпуск снарядов достиг миллиона в месяц. Это был колоссальный результат. По сравнению с 1914 годом, производство снарядов выросло в 90 раз. Но обновленная система снабжения заработала не сразу. Кризис был преодолен только в 1916 году. А новости с фронта погружали страну в уныние. Были потеряны западные губернии с большим экономическим потенциалом. Вслед за уходившей армией шли миллионы беженцев, которым нужно было предоставить жилье, питание, медицинское обслуживание. Росла инфляция, товары дорожали. Появился дефицит продовольствия. Правительство попыталось ввести твердые цены, чтобы пресечь спекуляции. Результат оказался противоположным. Товары исчезали с прилавков и продавались из-под полы. Спекуляция лишь росла. Кто-то готов был терпеть и работать до полной победы. Были и те, кто тут же нашел виноватого и обвинял во всем царя и его правительство. Прежде всего, либеральные политики. Они задавали тон в печати. К ним прислушивались иностранные дипломаты. Они оказывали влияние на правительство. С октября 1905 года в России существовал государственный строй, являвшийся чем-то средним между конституционной монархией и самодержавием. Император руководил внешней политикой и вооруженными силами, возглавлял судебную и исполнительную власть. Высшим ее органом был Совет министров, состав которого определялся императором. Законодательную власть царь осуществлял вместе с парламентом. Государственный совет, куда входили царские чиновники, являлся верхней палатой парламента. Нижней палатой была Государственная дума, состоявшая из избранных депутатов. Законодательные предложения и бюджет разрабатывались в Думе, передавались на обсуждение в Госсовет и затем утверждались императором. После революции 1905 года в стране были разрешены политические партии различного толка, которые заседали в Думе. Большинство из них составляли оппозицию власти, что и отражалось на решениях Думы. Правительство и министры находились под острой критикой со стороны депутатов. А в условиях войны эта внутренняя борьба вовсе не способствовала укреплению государства и армии. В 1915 году в Государственной Думе заседали 442 депутата. Из них 120 представителей национально-патриотических сил, 98 депутатов-октябристов из партии «Союз 17 октября», представляющий крупных землевладельцев.
65 мест за депутатами правых монархических взглядов, 59 депутатов от партии конституционных демократов, сокращенно кадетов, куда входили купцы, банкиры, служащие, врачи, учителя. 48 мест имела так называемая прогрессивная партия, состоящая из промышленников и представителей бизнеса. 21 депутат из национальных меньшинств. Польско-литовско-белорусская группа, польское коло, мусульманская группа. 14 мест имели социал-демократы, большевики и меньшевики. 10 – депутаты трудовой группы, которая заявляла, что представляет интересы трудящегося населения. 7 депутатов были беспартийными. Большая часть этих партий – октябристы, кадеты, прогрессисты, трудовики, социал-демократы – были оппозиционными к правительству, царю и к самой идее монархического строя. В условиях тяжелой войны это обстоятельство сыграло роковую роль. Давай побрать! Все для войны. Таковым был объединяющий лозунг российского общества. Но реорганизация старых предприятий и открытие новых было делом не быстрым. Критикуя правительство за ошибки и неповоротливость, оппозиция объявила, что берет дело в свои руки. Одним из руководителей этого движения стал видный оппозиционный политик, князь Георгий Львов. Георгий Евгеньевич Львов, князь, потомок Рюриковичей, участник различных оппозиционных движений. Возглавил Всероссийский земский союз, который занимался благотворительной помощью семьям фронтовиков, больным и раненым. Имел репутацию бескорыстного человека. Именно на базе Всероссийского земского союза был создан Земгор, главный по снабжению армии Объединенный комитет Всероссийских земского и городского союзов. Земгор объявил, что может распределить часть военных заказов в кустарной промышленности. Изначально планировалось, что деньги для этого будут собираться из средств частных лиц. Правительство передало Земгору право распределения части военных заказов среди мелких предприятий. Но слаженной работы не получилось. Земгор быстро стал местом, где можно было укрыться от мобилизации и не попасть в окопы. Уполномоченные Земгора, которых иронически называли земгусарами, носили полувоенную форму и сидели в тылу. Появились в стране так называемые военно-промышленные комитеты, ВПК. Эти организации промышленников занимались размещением правительственных заказов на крупных предприятиях. Другими словами, ВПК стали посредником между государством и крупными промышленниками. Все ВПК подчинялись Центральному военно-промышленному комитету, который возглавлял лидер партии октябристов Александр Гучков. Александр Иванович Гучков из московской купеческой семьи, председатель Центрального комитета партии октябристов, был сторонником реформ Столыпина, но затем перестал поддерживать его правительство. Неоднократно дрался на дуэлях и заслужил репутацию бритера. Император положительно относился к Гучкову, ценил его ум и способности, пока Гучков не передал в печать подробности их частного разговора. Государь справедливо воспринял это как предательство и изменил отношение к Гучкову. Тот затаил обиду и в своем стремлении свергнуть императора был готов пойти на любые действия. Николай II называл его Юань Шикаем по имени китайского революционного диктатора и считал своим личным врагом. Деятельность Земгора и ВПК оценивали по-разному. С одной стороны, закладывались новые военные заводы, обустраивались госпитали, в войсках улучшалось снабжение. С другой, пышным цветом расцветала коррупция. Частные средства быстро закончились, и началось освоение государственных денег. Уже в 1916 году Земгор практически полностью существовал за счет казны. Промышленники не жалели денег на взятки, чтобы получить военный подряд. И комитеты стали источником огромных незаконных доходов. Князь Львов как мог боролся с коррупцией в своем ведомстве, но безуспешно. Полицейские сводки сообщали, что несмотря на рост цен у ювелиров, и в магазинах моды наступил пик продаж жемчуга, бриллиантов –
мехов и шелка. Но главное, земгоры ВПК быстро превратились в организации, где готовилась будущая революция. Их связи с крупным капиталом, зарубежными дипломатами, бюрократической элитой, а также контроль прессы позволяли ставить самые масштабные цели. Сложилась парадоксальная ситуация. Правительство с трудом нарешало сложнейшие задачи, которые стояли перед страной, а противостоявшая власти коалиция либералов убеждала народ, что роль спасателей Родины принадлежит им. Все успехи правительства они присваивали себе. Тем временем в народе бурлили страсти, не имеющие ничего общего с парламентаризмом. В мае 1915 года Москву потряс немецкий погром. Довоенная Россия была связана с Германией чрезвычайно прочными узами. И к 1914 году в стране проживало 2,5 миллиона немцев. Готовясь к войне, Германия не оставляла их без внимания. Появились среди них и шпионы, и агенты влияния, и просто русофобы. Но число их было ничтожно. При этом в самой России развернулась антинемецкая кампания. В общественных местах не говорили по-немецки. Санкт-Петербург переименовали в Петроград. Многие русские немцы даже сменили фамилии. Поражение России в военных действиях весной и летом 1915 года подлили масло в огонь. Великое отступление объясняли великой изменой на самом верху, где было много немцев среди генералов и высокопоставленных чиновников. Многих обывателей раздражало даже германское происхождение супруги императора, Александры Федоровны, в девичестве Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса, Гессен-Дармштадтская принцесса Алиса. Императрица до конца своих дней хранила верность России. Но слухи о ее предательстве бродили по стране, и в них порой верили. Одним из поводов для московского погрома стала нелепая сплетня о том, что на одной из фабрик немцы намеренно заразили рабочих дизентерией. На первые манифестации полиция почти не реагировала, а они быстро переросли в массовые беспорядки. Ярость погромщиков перекинулась на всех иностранцев без разбора. Но больше всего пострадали русские, попавшие под горячую руку. Крушились магазины и винные лавки. В Москве начались пожары. Ну что, немец, перец, колбаса! Для наведения порядка пришлось использовать войска. Солдаты открыли огонь, и лишь после этого погромы прекратились. Сколько людей погибло, неизвестно. Но ущерб от погромов составил 40 миллионов рублей. Сумма, эквивалентная затратам на строительство дредноута, огромного боевого корабля, оснащенного самыми современными видами вооружения. Одновременно по стране прокатились волнения рабочих. В разгар великого отступления в Петрограде забастовал важнейший военный завод – Путиловский. Забастовщики требовали искоренить измену в верхах, а также поднять заработную плату. Проводились аресты, на заводы вводились войска. Без этих крайних мер в условиях войны было не обойтись, но власть явно теряла то доверие, которое получила в начале войны. Под влиянием всей совокупности таких явлений, событий, фактов, слухов и переживаний русским обществом все больше и больше овладевала тревога, полная самых черных подозрений и смешанная с чувством самого глубокого протеста. В первых дней войны пост верховного главнокомандующего русской армии занимал великий князь Николай Николаевич.
Николай Николаевич, младший, великий князь, внук императора Николая I, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Генерал от кавалерии, был очень популярен в армии. За огромное честолюбие, властолюбие и склонность к интригам получил прозвище «Лукавый». Однако, как говорят, у победы 100 отцов, а поражение всегда сирота. В России первое лицо отвечает за все, а за неудачи особенно. После великого отступления царь не стал сваливать ответственность на великого князя. 23 августа 1915 года император Николай II принял на себя пост верховного главнокомандующего. В такой критический момент верховный вождь армии должен стать во главе ее. Это было мужественное решение. Царь считал своим долгом возглавить армию в трудный час. Великий князь Николай Николаевич не был выдающимся полководцем. Но для многих именно он стал воплощением вождя сражающейся армии. Высокий рост и громовой голос создали ему привлекательный образ в войсках. Популярности Николая Николаевича не помешало даже великое отступление, которое целиком было на его совести. Тем не менее, император его от должности отстранил и отправил командовать Кавказским фронтом. Солдатская молва встретила новость неодобрительно. Многие считали, что враг был остановлен именно благодаря великому князю. О решении царя стать во главе армии многие удивленно спрашивали: «Зачем сам на войну пошел?» Непосредственное влияние императора на ведение войны было незначительным. Фактически армией руководил начальник штаба ставки верховного главнокомандующего, талантливый полководец Михаил Васильевич Алексеев. Однако перед страной и народом отвечал за все Николай II, самодержец всероссийский. В 1905 году именно он подписал манифест о создании парламента, что фактически знаменовало конец самодержавия как неограниченной власти монарха. Однако он никогда не забывал о персональной ответственности перед государством и народом. Ответственность эту все русские цари несли перед Богом, о чем глубоко верующий человек Николай помнил до последних часов своей жизни. К этому времени либеральные идеи распространились даже в семейном кругу царского дома. Некоторые великие князья полагали за благо, если не отмену монархии, то снижение роли императора в управлении страной. Но Николай II, как и его отец, император Александр III, был уверен в том, что именно монархия создала историческую индивидуальность страны. Рухнет монархия, рухнет и Россия. Император оказался прав. В эти тяжелые дни Государственная Дума сосредоточилась не столько на укреплении страны, сколько на противостоянии с царем и его правительством. Еще в разгар Великого Отступления оппозиция сформировала так называемый «прогрессивный блок». Его члены имели теснейшую связь с Земгором Георгия Львова и военно-промышленными комитетами Александра Гучкова. Депутаты этого блока требовали от царя многого, но в первую очередь создание правительства общественного доверия. Другими словами, вместо старых министров назначить новых из предложенных Думой кандидатов. Земгор даже грозил прямым саботажем, обещая прекратить деятельность всех общественных учреждений, обслуживающих армию. Но в сентябре 1915 года Дума была распущена на каникулы. Первую атаку либеральной оппозиции император и его правительство сумели отбить. В разгар поражений и великого отступления начался еще один политический кризис. Всего за несколько военных лет под давлением Думы в стране сменились 4 премьер-министра, 6 министров внутренних дел, 3 военных министра. В других министерствах дела обстояли не лучше. Император этими перемещениями пытался найти компромисс в отношениях с Думой. Но оппозиции нужно было не столько усилить правительство, сколько критиковать власть. В этих условиях перестановки лишь ухудшали ситуацию. Меняя министров, власть рассчитывала сбить накал политических страстей. Но в обществе возникло недоумение.
Газеты писали о неких безответственных влияниях, губящих Россию. Виновницей называли императрицу Александру Федоровну, но еще чаще – Григория Распутина, ставшего одной из самых странных, загадочных и противоречивых фигур русской истории. Григорий Ефимович Распутин, крестьянин из села Покровское Тобольской губернии, приехал в Петербург в 1903 году. В определенных кругах петербургского общества имел репутацию царского друга, прозорливца и целителя. Распутин обладал загадочным даром. Он мог остановить кровотечение без медикаментов и перевязочных средств. А единственный сын императора, цесаревич Алексей, болел гемофилией. При этом заболевании нарушается свертываемость крови. И любое внутреннее кровоизлияние или случайная травма могут грозить летальным исходом. Распутин несколько раз оказывал неотложную помощь цесаревичу и в результате стал близок к царской семье. Вокруг него быстро образовался круг из великосветских женщин, различных дельцов и искателей карьеры, которые стремились с помощью старца добиться своих целей. Насколько серьезным было влияние Распутина на императорский дом, остается неизвестным до сих пор. Тем не менее, нелепые слухи о том, что царем манипулирует неграмотный мужик, стали постепенно распространяться по Петербургу и всей стране. Гучков лично занимался распространением попавших в его руки, скорее всего, поддельных писем императрицы и великих княжон к Распутину. Эту переписку множили на гектографе и распространяли как агитационный материал против царя. Николай II, разобравшись, поручил военному министру Сухомлинову передать Гучкову, что тот подлец. Я знаю. К 1915 году вокруг Распутина уже творилась настоящая истерия. Газеты захлебывались от ненависти, мешали правду с откровенной ложью. Распутина подозревали в шпионаже, называли закулисным правителем империи, злым гением несчастной России. Всей этой истерии жадно внимали и народ, и считавшая себя прогрессивная общественность. Удаления Распутина требовали великие князья, но царь был непреклонен. Распутин оставался при дворе. В 1916 году положение России стало улучшаться. Снарядный голод был преодолен. Генерал Алексеев умело руководил армией. Кавказская армия генерала Юденича взяла штурмом неприступную турецкую крепость Эрзурум. А в мае начался знаменитый Брусиловский прорыв. Войска Юго-Западного фронта под командованием генерала Брусилова прорвали оборону австро-венгерской армии на фронте протяженностью 550 километров и продвинулись на 150 километров вглубь, нанеся ей огромный урон. Неподдержанное другими фронтами наступление дальнейшего продолжения не получило. Этот удар облегчил положение союзников и даже спас от разгрома итальянскую армию. В войне наступал перелом в пользу России и Антанты. Россия воспрянула духом. Победа была близка. Война на два фронта изматывала Германию. Но, теряя инициативу на фронте, враг решил попытаться выиграть войну в тылу. Немецкое руководство поставило задачу во что бы то ни стало революционизировать Россию. На подрывную пропаганду выделили огромные деньги. Одним из организаторов этой акции выступал Александр Львович Парвус, гельфанд. Делец и бывший социал-демократ, имевший обширные связи с русской оппозицией за рубежом и лично знакомый с Владимиром Ульяновым Лениным. На реализацию своего плана он попросил у германского МИДа 5 миллионов золотых марок и 2 миллиона получил немедленно. Существуют сведения, что огромные суммы через подставные банки и фирмы передавались Ленинской партии большевиков. Сам Ленин был активным сторонником поражения России в войне и с первых ее дней призывал превратить эту войну в гражданскую. А внутренняя политика в России становилась все более запутанной и противоречивой. Император пытался удачными назначениями вывести страну из кризиса. Но назначение на должность премьер-министра Бориса Штюрмера вызвало новую волну негодования либералов. —
Борис Владимирович Штюрмер, выходец из забрусевших немцев, член Государственного совета. Став председателем Совета министров, занял посты министра внутренних дел и министра иностранных дел. Как глава МИДа добился согласия союзников на все русские требования в случае победы в войне. А именно, под контроль Российской империи переходили Черноморские проливы и Стамбул, столица Турции. За твердую позицию на этих переговорах Штюрмера возненавидели союзные представители и вели против него настоящую травлю. В сентябре 1916 года по инициативе Штюрмера газета «Русское слово» обнародовала информацию, что Земгор и военно-промышленные комитеты существуют исключительно за счет казны. Так, из 562 миллионов рублей, израсходованных этими организациями, только 9 миллионов собраны ими. Остальные ассигновались из государственного бюджета. Земгор, получивший от военного министерства заказы на 242 миллиона рублей, выполнил их только на 80 миллионов. Военно-промышленные комитеты получили заказы на 400 миллионов рублей, но выполнили менее половины работ. На заседании Совета министров Штюрмер поднял вопрос о расформировании Земгора и ВПК и о передаче их функций государственным органам. Неудивительно, что оппозиция ненавидела Штюрмера неистово. К борьбе с ним подключились посольства стран-союзниц. Штюрмер не устраивал их своей неуступчивостью в переговорах. Так к немецким агентам, работающим в России, добавились агентурные сети Франции и Англии. Посольство Англии и ее спецслужбы делали все возможное, чтобы на смену царскому правительству пришли либералы. Это было выгодно всем, кроме России. Почувствовав поддержку союзников, оппозиция с утроенной силой развернула борьбу против царского правительства. Либералы искали помощь у пролетариата, пытаясь заручиться его поддержкой. В итоге весь 1916 год Россию лихорадило от забастовок и заговоров. Противники власти говорили о спасении страны от неких темных сил, якобы завладевших Россией. Но на самом деле они просто подталкивали к крушению и слабевшую власть, и саму державу. Различные заговоры собирались вокруг Николая Николаевича и других великих князей. Кружки заговорщиков, переплетаясь между собой, строили планы, сочиняли меморандумы. Эти меморандумы попадали на стол царю, но тот не реагировал, а Государственную Думу сотрясал скандал за скандалом. Да, согласно плану. 1 ноября 1916 года на трибуну Государственной Думы вышел лидер партии конституционных демократов Павел Милюков. Павел Николаевич Милюков, сын архитектора, выходец из старинного дворянского рода, депутат Государственной Думы. Занимался оппозиционной деятельностью, за что несколько месяцев провел в тюрьме. Имел тесные связи с британскими дипломатами. Директор департамента полиции Васильев писал: «Если английское министерство иностранных дел когда-нибудь разрешит публикацию документов из своих архивов, это по-новому и не особенно благоприятно осветит патриотизм Милюкова». Выступление Милюкова было явно подготовлено совместными силами оппозиции и посольствами Франции и Англии с одной целью – любой ценой убрать Штюрмера. Чтобы добиться своего, выбрали самое страшное, самое нелепое из возможных обвинений – государственную измену. Мешая факты и домыслы, Милюков обвинял главу правительства, а вместе с ним и императрицу, в подготовке сепаратного мира с Германией и в конце выступления воскликнул: «Что это? Глупость или измена?» Этой речью был дан решительный толчок тому политико-социальному процессу, которому 4 месяца спустя суждено было прорваться одной из самых глубоких и потрясающих революций. Уже в эмиграции Милюков напишет о своем выступлении. Твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала войны.
Ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования. Тем не менее, Штюрмера отправили в отставку, а Милюков остался депутатом Государственной Думы. Страна сделала еще один шаг к катастрофе. Следующий премьер Александр Федорович Трепов продержался всего месяц и был сменен князем Голицыным, не имевшим серьезного опыта министерской работы. Еще более скандальным оказалось назначение министром внутренних дел Александра Протопопова. Ранее он был заместителем председателя Государственной Думы и в среде либералов считался своим человеком. Назначая его на ключевой пост, власть хотела угодить оппозиции, но вышло иначе. Либералы назвали Протопопова предателем и возненавидели лютой ненавистью. Кроме того, министр, вероятно, был не вполне здоров психически, и его душевное расстройство становилось день ото дня заметнее. Император понимал, что Протопопов – не лучшая кандидатура, и часто говорил: «Рискованно оставлять министерство в руках такого человека в такие времена». Но Протопопова рекомендовали председатель Государственной Думы Родзянко и министр иностранных дел Сазонов, и царь его в отставку не отправлял. Вскоре столицу ошеломила еще одна новость. В декабре 1916 года в Петрограде был убит Распутин. Из книги Бориса Яковенко «История Великой Русской Революции». Весть об убийстве Распутина и тех обстоятельствах, при которых оно произошло, произвела впечатление на общество. И печать в ближайшие дни только и была полна, что толками об этом событии. Обстоятельства убийства Распутина, казалось, знал весь Петербург. Газеты едва ли не в открытую называли имена заговорщиков, включая члена императорской фамилии великого князя Дмитрия Павловича. Но далеко не все загадки этого таинственного преступления разгаданы до сих пор. Расследование словно специально запутывали. ...1916 год тем временем подходил к концу. Газеты полнились ужасными слухами. Посольства Англии и Франции интриговали. На фронте готовились к решающему наступлению, а в тылу – к заговорам и беспорядкам. Обо всех этих проблемах царь знал, но в условиях войны своей первостепенной задачей он видел спасение страны от агрессора. Он говорил: «Выгоним немца, тогда примусь за внутренние дела». Эти слова стали своеобразным девизом, своего рода заклинанием императора. Во время войны внутренняя политика отходила для него на второй план. Возможно, именно этот политический просчет стал для русского царя роковым. В последний день года Николай II записал в своем дневнике: «Горячо помолились, чтобы Господь умилостивился над Россией. Наступал год 1917-й.